Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Vahel Senior с артикулом 08504-16. Давайте посмотрим, что входит в комплектации. Эту машинку вы можете купить на сайте zevsus.com. Ссылку укажу под видео. А также на сегодняшний день с этой машинкой вы можете бесплатно получить Vahel Shaver. И самый главный еще нюанс, новая фишка, то что если вы нашли дешевле, скидывайте ссылку, мы сделаем еще дешевле. Давайте посмотрим, что в комплекте входит. Так, в комплекте у нас входит, здесь ничего нету, сопроводительная документация, обязательно прочитайте перед первым использованием. Упакована машинка вот таким образом. В комплекте у нас входит зарядное устройство, расческа, они, кстати, разного цвета бывают, масло, щеточка. Насадки, там, как я помню, три насадки туда, единица, 3 мм и 4 мм. А также, кстати, можете благодаря каретке, вы можете лавировать высоту среза. В комплекте идет защитный колпачок. Машинка выглядит вот таким образом. Ну что, давайте поговорим про машинку. У машинки роторный двигатель, 6700 частота строк, больше, чем у машинки Vahel Magic Clip. Корпус у нас состоится из двух частей, металлический и пластмассовый. Металлическая очень брутально выглядит и мне безумно нравится, больше, чем у Vahel Magic Clip, аккуратно. А также есть для удобства выемки, чтобы очень удобно в руке лежить, а также вы можете очень легко достать каретки и выключатель-выключатель. Для удобства есть петелька, вы можете подвесить машинку, чтобы нигде не валялась. Потом, вес машинки составляет 360 грамм. Время работы машинки составляет 70 минут, 2 часа он заряжается. Длина шнура составляет 2 метра 40 сантиметров. Перед первым использованием машинки вы должны зарядить машинку 3-5 часов. Вы это можете все прочитать в книжке, которая сопроводительная документация. Потом есть у нас LED-лампочка. То есть, когда вы подключили, загорается LED-лампочка. Где-то он, когда он зарядится практически на 95%, начинает мигать. А когда он полностью зарядится, он потухнет. Так что это информация, то, что машинка полностью зарядилась. Так что если у вас... кстати, ножевой блок у нас ширина составляет 40 мм. Высота среза составляет от 1 до 3,5 мм. А также вы сами можете настроить ножевой блок под 0. Что еще можно сказать? Вроде все. Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, задавайте, я вам с удовольствием отвечу. Давайте послушаем, что расскажет мастер. И, кстати, не забывайте переходить по ссылке zevsus.com. Внизу будет полностью у нас Instagram, Facebook, Контакт и так далее. Все соцсети. Советую обязательно подписаться в Instagram, потому что там очень многие интересные новинки закидываются, а также истории. Привет. Очень долго ждал встречи, наконец-то я с ней познакомился. Да, до этого, кто не знает, Макс у нас покупал машинку Vahel Magic Clip. Покажи, ты работал им полгода. Сегодня где-то 3-4 стрижки сделал новой машинкой Senior. Расскажи, пожалуйста, в чем отличие? Ну, сильно поразил металлический корпус. Это выглядит очень дорого, богато. Плюс надписи уже не сотрутся так быстро, потому что, по-моему, это лазерная гравировка. Здесь и здесь. Частота среза особо не отличается. Там ножевые блоки, кто не знает, чем отличаются, расскажи. Честно, отличается только нож, который ходит. Он более ровный, более длинные зубья. Здесь идут уже между ними просто промежуточные зубья. Да. Ну, особо это не влияет на срез. То есть она работает шустро, быстро. Хватает все толстые пряди, все срезает отлично. Переходы также делают, да? Как... Ну да, переходы делают все точно так же. Это же насадки, опять же, идут в наборе с этой машинкой Valpro. Угу. Тут есть только три насадки от этой серии. Да. Вот. Так фейт он, что той машинка, что это, особо разницы нет. Хорошо, расскажи, пожалуйста, расположение палец. Да, кстати, пальцев. Здесь вот придется привыкать. Ты машинку держишь так, здесь уже ее приходится держать вместе. Ниже. Да. Ниже немножко. Ну, к этому надо привыкнуть. Это ножи, у кого будет вопрос, кто работал этой машинкой. Кстати, ножи знают, можно переставить, если что. Да.
ну они все стандартные, что здесь, когда на лем снимаешь, иногда из-за того, что зубья острые, они вбиваются в кожу. Угу. То же самое. Да, по весу расскажи. 60 грамм разница, это тяжелее, за счет того, что металлический корпус. Плюс-минус там, да. Ну это влияет тебе на в чем? Вообще ничего. Да, мне кажется, не очень существенная разница. Потом по насадкам, там в комплекте у нас идет насадки, 3 насадки. Угу. Больше вообще нужны насадки вообще? Ну, лучше да. Кто работал этой машинкой, ее как вспомогательная, это новое что-то. Насадки идеально подходят. Это, то есть, я опять же говорил, ножевые блоки одинаковые, Valpro насадки, это лучшие насадки, которые я встречал. Кстати, машинкой, которая Wacho Magic Leap, его можно выставить по нулям практически. Ты его трогал на живую? Никогда. Не переставлял? Никогда не переставлял. Особо он не требует, который... да? Нет. Я понял. Здесь ноль отличный, в отличие от модели первой белого цвета. Да, я укажу на экране. Да, да, да. Хорошо, по батареям они практически одинаковые. По каретке тоже у них одинаковая каретка идет, регулировка ножевого блока. Когда ты работал ножами, у них одинаковые ножи идут, лицевая сторона именно. Один в один. Один в один, да? Тогда привыкать даже... сравнить. Ну, вот у меня были в первую очередь вопросы по этой машинке. Какие здесь ножи? То есть ножи идентичные, одинаковые. То есть чем они отличаются? Это металлический корпус, гравировка, которая не стирается на этой машинке, она у меня стерлась буквально за 3 месяца. А так болты все то же самое, кнопки те же самые, рычаги те же самые, насадки те же самые. Характерное отличие – это только металлический корпус. И частота строк. Да. Здесь это... больше частота строк, чем… Металлический корпус очень богато выглядит. Например. Более брутально выглядит. Не брутально, а даже, я бы сказал бы… Ну, дорого да богато. Дорого да богато. И скажи мне, пожалуйста, написано… В руководстве, кто там пишет, боже мой, в руководстве написано то, что через минуту ты можешь работать напрямую, то есть комбинированно. Здесь то же самое. То же самое, да? Только сила подсоединил сразу, даже минуту не приходит. Да? Работаешь, да? Ну, определенные свойства он должен взять. Смотря как усадить. Да. Как-то. Хорошо, что еще, какие-то примечания будут? У них одинаковые роторные двигатели. Да, тут все то же самое, то же самое. Отличие то, что... Ну, классно смотрится этот металлический корпус, он просто... Божественный. Я тебя понял. Даже вот эта часть, которая ходит, все металл, все металл. Здесь пластик. Противоударный, падало, не разбилось. Падало, не разбилось? Ну как? Ну здесь точно не разобьется, если вы поняли. Ну, смотря как уронить. Ну металл как ты разобьешь, если корпус уже не треснет? Ну при падении повреждается вот эта вот каретка, которая ходит. Вот это очень важно. Кстати, у тебя такие проблемы были, как я помню, с Бебелисом. Нет, на старых валях. То есть еще лет. Ну ты ко мне обращался по таким-то вопросам, что насчет каретки. Или каретка там ходила, она просто разболталась. Я понял. То есть пластик стерся, и она из-за этого начала люфтить. Я и понял, некорректно работает. Эта девочка приходила с триммером, вспомнил. У нее там с кареткой проблемы были. Может, ну как где нож ходит. Хорошо, я тебя понял, Макс. Спасибо большое. Всем пока.